ко всему как бы, да? Друзья, всем привет! Сегодня в Москве пройдет русский марш. Власть официально запретила проводить любые мероприятия. Русский марш пройдет под лозунгом «Жизни русских важны». Активисты хотят просто прийти с цветами, с портретами убитых русских людей и принести их к зданию приемной в СИН. Мы поднимаемся на выход из станции Цветной бульвар. Сразу на выходе из метро стоит автозак. К большому сожалению, из-за коронавирусных ограничений мы вынуждены провести наше мероприятие, нашу встречу в таком формате, дойти до общественной приемной в СИН и возложить цветы в память о русских людях, замученных в тюрьмах, а также в поддержку тех, кто сейчас находится в заключении за то, что продвигал национально ориентированную повестку. Что я здесь собрал? Журналисты не мешают проходу граждан. Да, Александр Александрович, я вас узнал. И мы не будем мешать их проходу граждан, да? Конечно. Мы уже мешаем. Что? В связи с чем? Задерживают! Задержан Никита Зайцев! Отходим! А начались задержания. Полицейские бегут за молодежью. Причем хватает не только националистов, просто кто-то не понравился, допустим, молодой парень стоит, могут его схватить. Жестко скрутили парня. И еще одного парня по подворотням бегают и вытаскивают людей. И еще одного парня схватили. Да ладно тебе. Задерживают людей во дворах и куда-то ведут, непонятно. Сейчас посмотрим. Видимо, тут еще за углом где-то автозаки стоят. А, сейчас это не будет. Ну, там как-то уже с утра. Угу.
Что, забаррикадировали здесь? Да. И не выпускают? Нет. Просто во дворе поймали, да, и не выпускают? Да. Смотрите, полицейские забаррикадировали выход из двора и не выпускают людей. А вот такая атмосфера возле приемной в СИН. Всех, кто смог сюда дойти, также задержали, утащили в автозак. Ни цветов, ни портретов на крыльце нет. Либо активисты не успели их возложить, либо их уже убрала полиция. Тут два автозака. Жизни русских имеют значение. Под таким лозунгом проходил сегодняшний русский марш. Тут группы тихарей ошиваются. Вот парни идут с цветами, и их сразу останавливает полиция. Удивительно, парней пропустили. Память убитых как, националистов. Как только пропустили, потом схватили. Быстро. Что, ребят, дальше не едет. Тихари. Я думал, что вам помощь нужна. Вы что-то встали, потеряли здесь, не знаете, куда идти. Я вам готов помочь. Да, спасибо. Отряды тихарей. Ну никак, вообще тихарей. Полицейские не дают молодежи просто стоять на улице. Если видят кого-то, сразу говорят, идите гуляйте, либо задерживают. Подошел человек в штатском и угрожает девушке с цветами. Иди отсюда. А цветочки может вам подарить, а? Вон туда, куда. Блин, ну не зря же принесли. А кто это такой? Слушай, Эшник, который меня забирал. Девушка, да? Приставайте граждан. Граждане сами пристают. Да прекратите. Подошел человек в штатском. А вы им пристаете, предлагаете подарить. Тоже, кстати, ну, наказуемо. Приставать граждан нельзя. То есть вот этот человек в штатском, это сотрудник центра Э, да? Ну да. Потом пару раз ко мне на работу приходил. Очень общительный товарищ. Полицейские ходят по бульварам и задерживают молодежь. Заломали руку парню и тащат в автозак. В каждой подворотне стоят автозаки.